площадка зимой устанавливается. А когда она должна устанавливаться? Установить детскую площадку зимой – вариант, по словам рабочих, не самый плохой. В полиэтиленовых пакетах, в своей очереди, дожидаются качели, карусели и другой игровой инвентарь. В скором времени он займет свое место на заснеженной площадке. Рабочие говорят, что погодные условия никак на установку не влияют. Технологии никаким образом не нарушаются, потому что основание было приготовлено еще по теплой, хорошей погоде. Основание. Основание-то хорошее, а это мы сметаем, просто снег и ложим. Ну а вот основание, что в основании? Просто вот так расскажите нам, не строителям. Песок и щебенка. Угу. И они дадут такое же качество, что хоть летом делаешь, хоть когда. Ну, в принципе, да. Так ли это на самом деле, неизвестно. Да и сколько простоят такие площадки, тоже под вопросом. Местные жители, правда, от нового комплекса в восторге. Оно и понятно, площадка, на которой практически каждый сезон можно играть с детьми. Да и другой плюс, с началом работ дорогу чистят от снега. У нас в последнее время, вот когда только сделали, убирают. И вот здесь чистят, утром рано встают, чистят. Ну, вот только что вот здесь вот эти самые Навальные, ну, ничего. Да, а так чистят. Детские площадки установят в нескольких дворах, работы ведутся параллельно. И до сих пор неизвестно, почему для установки был выбран именно зимний сезон. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».